Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Продолжаем проходить Sirius Sam X Double D XXL. Вот, я немножко прорывался, но... Что-то как-то вообще жуткий какой-то замес попал. У меня дробыш кончился, между прочим, опять. Его сбил. Понял. Just a rat in a cage. О, отлично. Почему не упадает аптечка? Аптечка, броня. Сикер. Странно, у меня реально есть патроны к этому, но почему-то... Ну,
здоровьице. Welcome, stranger. Delmaxilla, I said hello. But 192. Так, а я что-то на что-то хотел копить. Сейчас надо посмотреть, я уже не помню. Money Grabber. Тут нет, не на масло вроде. А все, да? А что это дальше? Они не прорисовались. Ну, конечно, до чего-то я коплю. Можно было, конечно, закупиться патронами к дробовику, но что-то это... Что реально на врагах можно стоять. Сделал. А почему ты? А это вообще-то не дел... Я не понимаю. Не стоит, ай-яй-яй, чтобы тратить на них ракеты. О, бля, вас не... Skyline Speedrun Challenge. Thank you.
время, а здоровье вообще нихуя. Только сейчас на это обратил внимание. Это куда? Cheers. Да, все это собрать. Правильно. Так, а наверху интересно, что еще есть? А вот до дробовичка-то мне нужно. Век уже полный, отлично. Шикарно. Так, что мы
по деньгам 335. Это уже почти можно что-то купить. Я не помню, что, тоже что-то в районе 300 на что-то копил. Holy moly. Мне надо перебор. Так, окей. Штука, короче говоря. Здесь нету этого сохранения, вот здесь наверху, видите. Так, окей, тогда значит, что мы делаем? У нас есть один вот этот автоматик. Мы его пока сюда, да, даже оба автоматика сюда. А вместо них. Как говорится, хотите по-плохому? Будет по-плохому, не вопрос. Проблема-то.
у них такая музыка. Но это реально получилось абсолютно имбовейшая имба. Я даже муроньку эту не взял, которая в начале. Fort Parker, that was a big hit. That was another fresh beacon. Sam. Why don't you fill me in on the details of your final battle with Mental? Are you certain that he was defeated completely, that he didn't somehow escape? So, you don't remember anything about the battle at all? I remember you packing up your t-shirt, all of your guns, and a 55-gallon drum of cocoa butter. The next thing I remember is you being presented with an award from the New World Empire. And you had a really nice tan. Right, a tan. You know how Mental likes those big outdoor battles. Oh, hey, don't I hear the time lock beeping? It doesn't really. Let's go! Hey, this is a pretty nice place. Not for long, it isn't. Sure it is. Good weather, nice scenery. I can see building a summer home here. Sam, this is Pompeii, and we've arrived in 79 AD. Right, so it's gonna be a while before they get basic cable. You know, for all the time traveling you do, it might benefit you to brush up on your history a bit. 79 AD is the year that Pompeii was destroyed by a huge volcanic eruption. You mean I get to fight another giant lava monster? I think that the giant explosion and fiery death from above will be far more dangerous than any lava monster. Welcome, stranger! Сейчас погодим. Сейчас. General Maxilla gets to take charge of Mental's old army, and what do I get? A dusty old roadside shop? I tell ya, it's not fair! Так, ладно. Это можно еще прокачать, да. Можно вот эту вот фигню. On impact, rockets create a cloud of deadly gas. Вот. Money Climber. Вот, fire so many smaller jump rats. Jump pets. Это к чему? К ракетнице, видимо, к этому, да? Или нет?
Или к огнемету. Вот, кстати, мины — это неплохо. Тем более у меня вторая же теперь есть. Есть куда-то пихать. Бля, я даже не знаю, настолько всего. Здоровье, в принципе, можно. Increase all damage down real weapons in your given stack by disappearing strong potential energy across all weapons. Да, вот это вот возьмем. Так, и... О! Стреляет ролик энергетических пчел. Можно еще прокачать, да, чтобы еще пробивную способность насквозь. Лэйзи Дейзи, Токсик. Давайте вот на 360 попробуем, что это за газ такой. Сейчас дождемся, когда 360 будет. Так, и мне теперь надо назад пересобрать все это дело. Так, Rocket Launcher сюда, Rocket Launcher сюда. А это все сюда. Вот. Надо, ребят, оно того не стоит, поверьте. Она, по-моему, и так насквозь отлично проходит, хотя возможно там прям через пачку врагов будет пролетать. Здрасте. Что там у нас? 30-40. Надо пройти игру Guns Goron Каноли. А здесь больше нет светящихся, да?
себе враги пошли. Окей. Да блин. Надо бы мне еще один дробовичок найти, чтобы вкачивать себе из замедления времени еще. И поставить сюда второй. Давай, вместо одного из винтовок. Третий рукет лаунчер. Миниган-то интересно будет, нет? По идее должен быть. Это Сириус М, как Сириус М без минигана. Собираем. Блин, жалко, закончится скоро, у меня места не будет больше некуда рокет лаунчеры ставить. Ой. Воу. Там, видимо, что-то можно было взять еще, но я просто упал вниз. Такая шизуха. Блять, ну ёбаный рот, что ж ты делаешь-то, ну мудак! А он просто вверх не запрыгивает, у него насрать абсолютно. Сейчас им не водопадом из Короля Льва вдохновлялись. Похожая херня. Извините, я и хочу дальше подниматься.
Пипец. Welcome, stranger. Back so soon. Ну, не так, что прям очень-то быстро. Так, я хотел, значит, что тут? Ё-моё, капец. Sinking shots with high rate of fire. Can still hit the ground. Блин. Тоже интересно. Давай попробуем эту всё-таки хрень. Я просто хочу посмотреть, что это. Это мне интересно. Оу, oh, yeah. Так, лазерную винтовочку. Давайте тогда я сделаю один вот этот вот прикручу, допустим, сюда. А, у меня еще тубиган один есть. Давай сюда же прикрутим, что нет. Я прикрутим вот сюда. Вот. Это такая более-менее универсальная получается, всего по чуть-чуть. В принципе, можно одну пилу даже отцепить и повесить, допустим, сюда, для тех, кто подходит впритык. Давай подумаем. Пучки типа посимпатичнее. Фига нас жарит. Она немножко не так стреляет, как. А, все, патроны полные. Да, полный, слушай. Когда успели? Ну ладно. Ну-ка. А. Дядь, достань воробушка. Неплохо, так неплохо. Так, значит... Нет. Так я не смогу. Даже если там что-то наверху есть, то... Главное, не дамажит. Все остальное пофигу. Ну мало. Те, кто тут у нас? Летающие хрюшки. А что, это вы такие живучие? Надо быть таким. Сдохни, пожалуйста. Что, пока неплохо, прям вообще хорошечная, даже я бы сказал. Я так ничего апгрейдов никаких не покупал.
на самом деле эта игра, несмотря на то, что вроде бы простенькая, она реально не перестает удивлять. Ну, блин, давайте до сохранения даем. Я пока что скажу, что ссылка на плейлист, как водится, в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автора музыкальной темы, на канал душевные игры Роза Парацельса и Cup of Creep. Щелкните на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых роликах и рассмотрите возможность поддержать канал материально. Ссылки на все реквизиты есть в описании к каждому видео. Все, всем всего доброго, играйте хорошие игры и всем пока!